Я дико извиняюсь, а можно вашу даму на танец? Ну что ж вы, барин, так неосторожно с ножичком? Так и без пальца остаться можно. Что, больно? Да горячо мне! Да что ж такое? Я есть хочу! Так и я хочу, но посолить надо. Слухайте, а идите-ка погуляйте где-то. Сиди. Все, готов супчик. Наелись, блин. И лошади убежали. Это все ты. 200 рублей ввязались в дело. Да если бы я знал, что нам такого фрукта в нагрузку дадут. А пускай по 500 рублей платят. А вот это правильно. Потому что непонятно. Ага. То ли казакам мешать, то ли за этим следить, чтобы не угробился. Эй, барин, 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 вы не ешьте эти ягоды, барин. Залетит.
на свята тільки краще. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Зустрічай свята абсолютної якості. Ну, тепер точно в корчмі ночувати прийдеться. Ну, во-первых, мы не ужинали. Да и этому ж проспаться надо. А как же без лошадей-то? Слушай, это тут недалеко вроде. О, слышишь голоса? Я слышу голоса. Вон я слышу голоса. Я слышу голоса. Приветствуем всех! Всех, кто собрался сегодня в нашем клубе! Всех, кто готов оттянуться по полной! Я не слышу вас, панночки! Теперь паны! Ну, а теперь просто, кто приехал издалека. Мы начинаем! Встречайте! Победитель фестиваля «Новая волна 1775» генуэзская подданная Джамала! Прости, Господи!